Это кто у нас? Тут нарисовано, что это просто что Audi. Это просто Audi. Как кто мы там? Просто Мария. А, 4. Ну и тут, короче, чуть-чуть. Вот. Красота. И красочка с лачком. Ну, не красочка. А лачок вот треснул. И тут, и тут. Ну что, попробуем. Сейчас пристачу. Попробуем. И походу тут тоже. Да, и тут тоже. А угол зацепил. И тут же треснула краска. Ну, потому что краска. Обидно. Ладно, попробуем. Дядя Саша, а то что? Чтобы было. Вот они наши нюансы. Пытаемся мы. Попытаемся. Так, где она тут не выбирается? Вот эти вот штуки чуть-чуть подразогнуть. Вот, ну а как без фанатизма. Потихоньку, помаленьку выдергивается. Вот порожек остался. Но выходит. Тут вообще глубоко еще. Ну, потихонечку выходит. Уже даже вот здесь немножко. Ну, сейчас еще вот здесь дерну и чуть сюда. Сюда уже не краска выдергивается. Там вон он, скол между нами. Виден. Вот он виден. Ну, что делать? Будет и здесь тоже. Просто уже краска, лак потресканный. Это вопрос чисто времени. Ну ничего, зато выходит так, как нам надо. Ну что, пора закругляться, уже практически 10. К сожалению, не все так просто. Более-менее получилось, только вот здесь чуть-чуть. Мятинка осталась, вот она. Здесь и здесь еще. Очень все некрасиво. Не хочет он выходить, а понянчиться с ним пока что времени нет. Оставим на потом. Это, так сказать, анонс. Зайдет человек потом, мы доделаем. Вот эту шишку надо разбить. Вот. Здесь поднять, здесь поднять. А эту шишмарь надо забивать. Так что вот так вот. Быстрый экспресс не получился. Ну ничего, всяко бывает. Главное, краска еще жива, хотя машина крашеная. Так что есть вариант чуть-чуть получше сделать.